В том числе одна облигация, потом, как выяснилось, принадлежавшая Булганину, на который выпал самый большой выигрыш. Ведь эти облигации лежали у меня в сейфе с 1953 года до 1956 года. А в 1956 году я отдал эту облигацию секретарше. И она при предъявлении этой облигации в сберегательной кассе была арестована и заявила, что ей дал эту облигацию Суханов. Они предъявили мне обвинение, что вот я похитил эту облигацию. Санкцию на мой арест дали Хрущев, Булганин и Маленков. То есть мои непосредственно начальники. Да. И в связи с этим ни один адвокат не мог бы разобраться в этом деле. Как только они узнавали, что санкция такая есть, какой же адвокат возьмется за это дело? Осужден к 10 годам. А когда пришла в этот Круденко, я просилась на прием к нему, раза 3 ходила. Там была Лепиницкая, полковник. Она мне говорит: Марья Карнаковна, знаете, не ходите. Захотят, выпустят его и машину пошлют, а захотят и загонят. Это, знаете, сейчас какое время. Было и есть оно и сейчас. Ну, я пошла в слезах домой, больше ничего. Вот только у меня сомнения, почему именно самый крупный выигрыш пал на облигацию, принадлежащую Булганину. Вот у меня такое сомнение есть. Но бывает, может быть, он поэтому и выиграл, что он председатель Совета Министров СССР. А как она попала, вот эта облигация, к Берии? Вот это вопрос, который... И для какой цели, собственно говоря, она попала. Это не раскрытое дело. Этого я в этом усматриваю все-таки каверзу определенную. Это послужило поводом к тому, чтобы организовать интриги против Маленкова. Против него ополчились уже в полную силу Хрущев и Булганин. После 1957 года он был сослан в Усть-Каменогорск на положении директора гидроэлектростанции, полностью в окружении агентов КГБ, которые следили за каждым его шагом. Потом переведен на гораздо худшее Экибастуз. У отца была опущена, так сказать, каменная болезнь, и был однажды сильный приступ в Экибастузе. Его привезли на скорой. И вдруг появляется несколько неизвестных совершенно людей белых халаты и говорят: мы наставим на операции. А он, врачи были очень, ну, наши друзья просто, они говорят: вы покажите, кто вы, какие у вас документы, что вы вообще, откуда вы вообще взялись. Нет, говорит, давайте, вот мы там. Ну, в общем, его отец отказался. Конечно, это были понятно кто. Их просто не пустили. Когда отца сняли, ну, просто мы автоматически лишились всего. Этот дом, например, это построен моей бабушкой на наши деньги. Это частный дом. Такое положение, когда находящийся наверху человек бесплатно, как бы, как государственная собственность, располагает всем, но не своим, и автоматически лишается при снятии, собственно, превращает его в заложника системы. Мне кажется, это совершенно очевидно. Это, конечно, сделано умышленно. Люди должны, чтобы иметь независимое мнение и иметь возможность его, вернее, высказать, они должны быть и материально независимы. Когда Николай II уволил Витте, да, то Витте сказал: хорошо, я буду там руководить этими южными железными дорогами, мой оклад будет в 2,5 раза выше. Когда его снимали с председателя Совета Министров, его снимали, между прочим, по обвинению, знаете, в чем? Вот буквальная речь Хрущева. В отрыжке правопунистской, бухаринской, рыковской оппозиции. Вот его, за что его снимали. Фактически ему не дали провести курс в деревне на раздачу земли крестьянам. Он не обратился к народу. Отец умер в 1987 году. Ему было 86 лет. Характеризуется исполнительностью. Это люди хорошие исполнители. Они действительно были исполнители, самоотверженные исполнители. Но исполнители чего? Воли, которые им спускаются свыше. Это, в общем, это некий механизм. Что такая машина не имеет своего лица. Потому что аппарат действует таким образом, пока не затрагиваются его интересы. У него есть свои собственные интересы. Ведь аппарат и есть правящий слой. И эта самодавлеющая роль аппарата, безусловно, в дальнейшем возрастает. Он является хранителем традиций во имя самого себя. Он просто существует, и все остальное подчиняет своему существованию. Я скажу, что я прожил жизнь не зря. Мне можно смотреть любому человеку в глаза и не стесняться этого дела. Я честно прожил жизнь, работал с полной отдачей. Ни на что не обижаюсь, не в обиде. No!